Работу по взысканию штрафов, наложенных за административные правонарушения, городские власти признали неудовлетворительной. В минувшем году только комиссии Северного района было рассмотрено без малого 500 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 1 миллион 168 тысяч рублей. В 2014 году на сумму 1 миллион 267 тысяч рублей. Из них взыскано на сегодняшний день 333 тысячи рублей. Вопрос взыскания стал главным на заседании. Критике властей подверглась не только малая доля закрытых штрафов, но и скорость самого процесса. Из 1 200 000, которые вы выставили на штраф, 330 реализации, вы сами себя не обрабатываете. Ну что за работа? Теперь отчитаться по взысканию долгов предстоит главам всех районов Орла, где ситуация аналогичная. Вопрос властями был взят под личный контроль.